Очень важно с детства принимать необходимые профилактические меры в отношении сердечно-сосудистых заболеваний, которые могут возникать во всех возрастных группах и у обоих полов, от очень раннего до преклонного возраста. Мы предоставляем услуги по международным стандартам в наших отделениях кардиологии, расположенных в нашей больнице, с квалифицированным академическим персоналом врачей. Мы успешно обслуживаем катетеризацию сердца и коронарную ангиографию, коронарную ангиопластику, установку стента, установку кардиостимулятора и все неотложные процедуры. Заболевания, которые диагностируются и лечатся в наших отделениях кардиологии, следующие. Врожденные пороки сердца, заболевания коронарной артерии, сердечная недостаточность, сердечный приступ, инфаркт, заболевания периферических сосудов, заболевания клапанов сердца, заболевания сосудов аорты, атеросклероз, гипертония.